Два раза я уже попробовал эту обучалку полетную. И оказывается, 3 звезды можно заработать, если за то же самое время, за которое я второй раз выполнил задание. Если за то же время столько же врагов, но только не используя ракет. А это на самом деле легко. Потому что эти ракеты, они только отвлекают на самом деле. Я про них вообще забываю, что они есть. Нифига, тут еще и не я главный, оказывается. Кто такой командует? Противник любезно передо мной выстроился и не маневрирует даже. Есть. Так. Без ракет, так без ракет. Подкрепление. Да справляемся нормально. Не парься. Звук как глючил, так и глючит. Надо жаловаться. Да, нет, за то же самое время может не получиться. Без ракет. Ага, готов! Хотя... Поберегись! И не собираюсь. Поберегаться. Опа! Да. Новый сигнал, враг идет. Вторая волна. Тут без широкого коврика, как у меня, не справиться с ними было. Для мыши я имею в виду, конечно. А у меня широкий коврик. Тридцать пять на 40 или на 45. Он на 45. 33 на 45. Ура! Цели уничтожены. Похоже, что последние. Сканеры ничего не показывают. Отлично. Возвращайтесь на базу. А починиться? Вот тут таблетка починятельная, неиспользованная.
ты, ко мне. Перегруппируемся и летим домой. Ну что, сейчас посмотрим. Заработал я 3 звезды в этот раз. С третьей попытки. Или нет? О! Заработал. Правда, на одного врага меньше. Укокошил. Опа! 3 звезды.